Первый открытый фестиваль чирлидинга и чирспорта прошел в минувшие выходные в Чебоксарах. Вид спорта под названием «Чирлидинг» россиянам более или менее знаком. Во всяком случае, по американским фильмам, в которых девушки с помпонами поддерживают свои спортивные команды. А вот «Чирспорт» – явление новое. Однако уже сейчас только в Чебоксарах профессионально им занимается 4 коллектива. А еще десятки команд в школах и даже детских садах на любительском уровне. Это самостоятельный танцевальный вид спорта, который включает хореографические и акробатические элементы. Из нашей республики приехало 8 районов: Канаш, Аликово, Цивильск, Янтиково и другие. Мы очень рады, что районы нас поддерживают и помогают, сопутствуют развитию данного вида спорта. Также нас решили поддержать Казань и тоже поучаствовать в наших соревнованиях. Участники соревновались в таких номинациях, как брейк-данс, акробатический танец, акробатическое шоу и другие. Для дошколят и учеников младших классов была отдельная категория «Первые шаги». Ольга Пырочкина, Олеся Русакова, Александр Петров. Республика.